волоске. Судьба твоя, враги полны отваги, но слава Богу, есть друзья, но слава Богу, есть друзья, и слава Богу, у друзей есть шпаги. Когда твой друг в крови, а ля герком, а ля герком, когда твой друг в крови, будь рядом до конца. И мы горды, и враг наш горд. Рука забудь о лени. Посмотрим, кто у чьих под форт. Посмотрим, кто у чьих под форт. В конце концов согнет свои колени. Когда твой друг, твой друг крови, твой друг крови, на войне. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась
будто из плена весна. По ошибке окликнул его я: друг, оставь покури. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальний ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом накопытели, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня. Позови меня, грусть печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня. Печаль моя, позови меня, позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание. Я вот не знаю, как стримить, потому что на заднем плане у меня играет пианино. Я не знаю, будет слышно или нет, но надеюсь, все пройдет нормально. Привет, друзья! Сегодня у нас стрим коопный. Не знаю, потом может будет время еще во что-то поиграть, типа Need for Speed. Завтра выходной. Мне надо набраться сил. К тому же я такой немного простывший, как вы знаете, по вчерашнему. Ну, вчера мы Fallout 1 все-таки осилили, но я к нему вернусь. Теперь, когда я знаю, как его проходить, я хочу кое-что потестить, и потом сразу второй начнем. Ну, и там колда, и все дела. Разберемся, короче говоря. Я думаю, будет интересно. Всех приветствую на стриме, так или иначе. И сейчас я буду звонить своим друзьям. Надеюсь, они уже тоже готовы. Вот. Все, в принципе, приветствие сегодня недолгое. Да,
Привет. Добрый вечер. Добрый вечер, Кекс. Добрый вечер. Как у тебя настроение? Отлично, отлично. Почему ты тогда такой невеселый? Я объелся, мне страшно, потому что я съел три порции суши и как бы ничего не чувствую. Ты мне опять кажется, ходил у что-то бабушки? Желудку. Или нет? Не, я суши съел, я заказал. А, понятно, понятно, понятно. Бабушка не умеет. У меня, ну да, но у меня это... Короче, позавчерашние суши в холодильнике – это единственный мой ужин сегодня, так что, может быть, сегодня тоже все не будет так хорошо. Чат, ребят, напомните мне в 8:00 надо будет зайти на Girls to Rule, у меня там свидание. Не забудьте напомнить. С ботами или с кем эти свидания? С какими ботами? Ну, с ботами Girls to Rule. Реальные женщины. А, ты все понял. Блин, Ксюша играет мелодию эту 8-8-5. 8-800.